Перед вами схема линии Минского метро. 15 минут с конца в конец города. Олег, это в будущем. А поколь до штадионных незручностей поездки на городском транспорте добавились новые объезды. У центра столицы буйнейшая будовля республики. Вялизные капиталовкладания. Але метро так необходимо городу. Зразумела цікавасць мінчан і нашага кінааператара да ўсіх падзей гэтай будоўлі. Лістапад 77-га. Пройдзены першыя метры пад зямлёю. Жнівень 78-га. Выпрабоўваецца унікальны шчытавы комплекс, цэлы праходчыцкі завод. Верасень 79-го. Подземный туннель уже вымирается километрами. Покуль мы можем убачить станции Минского метро на планшетах мастаков. Варто не рыться с часовыми незручностями, для того, как потом ездить у два раза худшей за автобусом.